В 13-й раз международный легкоатлетический пробег «Дружба» связал добрососедскими узами две страны – Беларусь и Польшу, и два приграничных города – Брест и Тересполь. В этом году старт давали на Берестейской земле, а финишеров принимали за Бугом. Регистрация в этом году у нас прошла буквально за 2 дня. То есть наш пробег пользуется очень большим спросом, поэтому как только мы объявили регистрацию, она буквально за 2 дня закончилась. Люди у нас любят, скажем так, спорт, поэтому легкоатлетический пробег – это именно тот момент, где… Нет, легкоатлетический пробег – это именно тот вид спорта, где может принять участие каждый, показать все, на что он способен. Легкоатлетический пробег, который традиционно проходит под патронажем Брестского горосполкома, объединил 100 любителей бега, по 50 от польской и белорусской стороны. В этом году в их число вошли также 5 украинских бегунов и 1 российский. Паспортный контроль пограничники провели на территории спорткомплекса «Брестки», чтобы атлеты смогли без задержек пересечь погранпереходы и соблюсти спортивный принцип. В нынешнем году пробег получился особенным. Любители бега из Польши посетили соседей без виз. В 13-й раз проходит пробег и впервые без ваучеров и виз. Я считаю, что это большой шаг вперед. Надо развивать наши взаимоотношения и дальше, потому что река Буг не разделяет нас, а связывает. Это еще больше объединяет жителей двух стран и двух городов, Бреста и Тересполя, которые дружат, и пусть так будет всегда. Любители бега представлены в 5 возрастных группах среди мужчин и женщин. Самому младшему участнику 12 лет, он живет в Бресте, как и самый опытный спортсмен, которому исполнилось 68. Но всем предстоит преодолеть единый маршрут длиной в 12 километров. То есть форма... Этот пробег – одна из форм дипломатии между двумя городами. Такие мероприятия сближают людей. А еще у меня здесь много друзей и родственников, поэтому приятно приезжать сюда каждый год и участвовать в пробеге. Пробег называется «Дружба». То есть это единение двух народов у нас все-таки есть. И совместная история какая-то, небольшой участок. И я неоднократно выезжаю в Польшу, принимаю участие, поэтому, так сказать, в качестве такой солидарности двум народам для поддержания спортивных связей, поэтому вот принимаю участие. Стартовали участники от областного спортивного комплекса «Брестки», чтобы уже через 36 минут финишировать в Тересполе и в очередной раз доказать, что для спорта нет границ. Ирина Альшова, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».